Всем доброе утро, ребят. Ну что, зашел я сегодня на АЭС и просто, вот, честно говоря, офигел. Опять офигел. От чего? От того, что здесь просто творится жесть на этом сервере. Для бездоната, я не знаю, конечно, для тех бездонатов, кто любит хомячить и копить плюхи, ну, я считаю, просто нереальные крутые акции. Время благодарения. Здесь вот так вот называется наш зимний календарь. Я не знаю, почему так. Но АЭС, походу, живет своей жизнью. Такая же вроде акция, как и на русском сервере, как и на английском сервере. То есть один в один. Каждых 6 часов вы должны логиниться. Ну, с одной стороны, сколько у нас, я считал их, 8, 24, а вам дается 9 дней на это все дело. То есть по 4 часа 36 попыток у вас есть. Ну, в день, если вы будете логиниться 3 раза, то есть раз в 6 часов вам в любом случае надо зайти. Один раз вы можете, по сути, пропустить. Ну, то есть дается вам 12 часов на одну попытку. Относительно, в принципе, неплохо. Почему нельзя было сделать, как, например, на Нинке? Вот раз в сутки, я считаю, это вообще самый отличный, самый оптимальный вариант. Не каждых 6 часов. Я не знаю, что они этим хотят, там, нагоняют какой-то трафик, я не знаю. Думают, что люди вернутся. Да нифига они от этого не вернутся, что вы сделаете раз в 6 часов. Почему на Нинке сделали, а здесь нельзя? И почему плюхи там совсем другие? Почему там есть мешки зефира? Вот этого вообще бомбит. Есть камешки за найм. Почему всем остальным сервакам просто вот суют вот эту вот дичь по плюхам? А, да, это халявные плюхи. Без спора круто все. То есть первые, вторые, точнее первых нет. Вторые, третьи, четвертые, пятые и шестые сундуки. Это однозначно для бездоната плюс. А молотки такое, эмблемки. У меня на немке Void 5 штук 8 левела дали. Где они здесь? Вот где? Их нету, просто тупо просто нет. Расходники, ну такое себе, ну честно скажу, пыль за 18 логинов, 15 штук дадут на 3 попытки. Ну это такое, это относительно тоже неплохо. Но вот чего здесь не хватает? Не знаю, почему так, почему они на немецком дают возможность и шансы людям намного больше, нежели на другом, если на всех остальных серваках идет такая вот уравниловка. Это непонятно. Ну да ладно, это халява, это реально тоже круто. Но это не все, ребят. Знаете, если бы это была вся халява, я бы, наверное, ну, не записывал опять тот же самый видос. Сокровищница, ну такое. Castle Clash, понятно, удачный флип, сундук удачи, сферы дракона. Все акции такие же. Магазин скидок. Вот, обновленный магазин скидок для бездонатов. Убрали, добавили, вот смотрите, дар жизни, у меня его нет. Возможность собрать 10-ю эмблему. Просто, я считаю, очень крутой шанс для бездоната. Здесь не только эти эмблемы продаются разные. Можно попасть, я не раз уже попадал на эти эмблемы, и в принципе неплохо. Посмотрите внимательно карты созвездий. Да блин, 1500 самов, это вам надо, если повезет, один день поиграть. Сейчас мы даже попробуем. Но 1500 самов, у вас три карточки созвездий, не надо вам там на халяву где-то их угадывать и с шансом каким-то. Здесь 100%. Карта богатства, ну это понятно, фонтаны, это закрыто. Ну самое основное, поехали. Сейчас я пойду еще фармить некоторые локации, немножко, наверное, таланты поменять на героях. Рынок такой же, как и на английском сервере, то есть один в один фактически. Единственный, вот смотрите, наборы все те же, то есть все то же. Но заходим вот сюда и просто офигеваем. Ребят, за 300 расходники с картами, ну фигня. Но дальше посмотрите, за 5000 какие плюхи дают. То есть камешки дают, сменки дают,
самое основное, камни пламени дают. Но, смотрите дальше. 15. Просто жесть, ребят. Второй мешок зефира, с которого вы можете получить от 10 до 100. И это реально круто. Это за 15к. Плюс, самое интересное, новые ящики Валентины. Посмотрите на вот эти вот плюхи. И вам дают сразу же 5 штук. Вот это реально годно. 140 камней крокодильчика. Шанс для бездоната хоть какой-то прокачать. И по 80, целых 80. Бешено. Ну 15к, я думаю, за недельки 2 можно накопить. Вот я себе поставил цель, сделаю челлендж. Сколько я накоплю, вот сегодня 21-е. По возможности буду стараться фармить каждый день. Сколько я накоплю там за неделю, давайте. Вот до 30 числа сколько у меня будет самов. Я не буду их тратить, у меня сейчас там 40 самов. Вот. Сколько можно будет по максимуму накопить с того, что у меня есть. То есть как начинающий бездонатный игрок. Но посмотрите еще в самый низ. За 30к, это просто жесть. За 30к, ребят, за 30к вы получаете... 10 эмблемы, 10, не 6, не 7, не 8, не 9, целые 10 значки. Крок, не крок, а этот дракоша. Сразу же камни донатные для двоих героев. Возможность прокачать, ну я не знаю, для бездоната это надо всех там поподнимать. Ну я думаю, некоторые бездонаты до этого скоро дойдут, а может и дошли, пишите в комментах. Мешок лисы. Да, здесь дают от одного сколько, но дают и плюс 1000 печенек. Ну, если стоял бы выбор, какой пак взять за 30 или за это, я, конечно, бы взял за 15к, потому что там и шанс зефира собрать, и расходники просто бомбические. Вот, я не знаю, это просто какой-то трэш. Почему на серваках вот нету, ладно, я не говорю там, почему вот этих вот халявных... акций нету на всех серваках. Почему все не в равных условиях? Ладно, там донатные рынки, мы не будем говорить. Конвертация валют, хотя изначально это должно быть у всех одинаково. От локализаторов зависит, пусть будет так. Уже с этим смирились. Но почему нельзя сделать халявные акции для всех одинаково? Чтобы все были в одной упряжке. Вот, поехали, короче, ребятушки. Надо еще некоторые будет локации попроходить. Так, сменить бесплатно. Смотрите, сколько у меня тут расходников. Будем, в общем, жить на этом серваке и пробовать копить самоцветы. Ну, просто пипец какой-то, я же говорю. Я в шоке. Того, сколько здесь разных плюх можно вытащить для бездоната. И насколько проще играть. То есть по расходникам, по всему, я не знаю, этот сервер не уступает, я думаю, немке и остальным сервакам. Себе у меня уже тут прям... Тяжелый не дает. Так, мне надо же этих пройти. Давайте попробуем паладинов, может повезет. Вот как оно тут повезет. Тут надо героев изначально прокачать, надо тыковку. Паладины жесткие у нас, нифига себе. Посмотрите, что мы с ними сделали. Просто красавчики. Берется следующий уровень у нас. Надо аккаунт качать, я его не качаю. Вообще, то есть это чисто такой аккаунт, на который я захожу. Просто собрать акции. Но надо будет, я думаю, им заняться и попробовать им подальше забежать, чтобы получать, копить самоцветы хотя бы, по крайней мере. Ну, есть интерес. Вот ради таких вот сундуков, ради таких плюх, реально есть смысл играть. Все-таки это вам не там, русский сервер, где вы получите в лучшем случае там какие-то расходники, сменки, либо карты. Это реально крутая тема. Так, башка нас, наверное, всех тут напнет. Так, тихо, ша. Не сливать. И Фрей убили. Падлы.
Долбаные Анубис. Тыковку слили. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Как обычно, ставьте лайки, участвуйте в утренней угадайке. Все зависит только от вас. Я побеждал, дальше фармить, буду копить самоцветы, потому что наборы поменяли и реально есть смысл. Все, всем удачи, всем пока.